вышли на прогулку. Пошли покушать. Поискать, где покушать. И на Красную площадь, да? Всем привет! Мы на канале Алекс и Николь. И сейчас мы идем на Красную площадь. Елочки, кстати, все настоящие. Нет, там есть просто... Видите, как... Карусель красивая. Двухэтажная. Пойдем прокатимся. Пошли. Для юных вандалов какая-то. Заходи, не бойся, заходи. Пока выбирал, всех лошадей разобрали. Красиво. Next, go where? Сотища. Вот не успели зайти на площадь. Мужик маломальски похожий на Пуэлла, хорошо похож, но он не похож нифига. Мы его на видео чуть-чуть засняли. Да. Грозный стоит. Грузина вот в сапогах. Это кто? Грозный? Наверное. Они стучали. Они просто что-то бухнули 15 минут. Еще раз. И вот с этого места... Саш, Алекс, вот с этого места, да, они стоят, выступают, вот здесь вот стоят, на этом месте выступают, на параде. Ну, это раньше было, сейчас-то они туда не... Не поднимаются, да? Ну, вот такая площадь, в общем, пофоткались, да? Сделали много фоток. Пойдемте. И пошли в магазин. Лобное место. 1545 год. Нужно закинуть вот на возвышение на это в середину, чтобы сюда вернуться. Сейчас попробуем. О, молодец. И на удачу второй. На удачу второй не закинул. Молодец. Не долетело. Ну ладно. Хорошо. Все равно в середину. Не будешь никогда стоять на лобном месте. Так, здесь на лобном месте принимали указы. Объявление войны или мира, оглашение указов о налогах, указов о казнях, которые совершались не на лобном месте, а на Красной площади, на специальных деревянных помостах. Возле ГУМа вот такая красота, вход в ГУМ через рамочку. Выходим в сказочный ГУМ.
облака. Смотрите, медвежонок такой с елкой. Медвежонок, елочка у него. Видишь, он такой арт-объект. Там какой-то это дирижабль. Ага. Где моя золотая карта? Бутик украсил свою елочку, выставил. Это креативно подошли к делу. С шапкой наверху. О, смотри, какие классные. Изучаем, как в музее. Кажется, за песенки-то авторские права. Скажите привет. Мы увидели здесь исторический туалет. Пошли посмотрим, что там. Красная дорожка. Ну, что это комната? Так. Go with Dima. Go with Dima. Go with Dima. Так, заходим. Здесь диванчик. Вкусно пахнет. Так, и что тут историческое? Это вот классный, да? Просто интересный. Да, красиво тут. Хорошо. А я буду тархун. Тархун? Разное, что даже есть вот такая из трубочек. Мастер-карт ставит. Эскалатор на третий этаж.
вода. О, наверху. Тина, ин не, ин. Дубай Молл очень похож. Да, да. Что ли, вдоль пройдемся? А вот и ресторан, Саша. Да, да. А тебе в ресторан надо? Буратино. Буратино. Ой, Буратино. Тина. Ой, Буратино. Тина. Тина Буратино. Тина Буратино. Тина Буратино. Буратино. You can try this one. Buy ticket. Buy ticket. Мы что-то тут присмотрели себе. Что мы тут присмотрели? Вот. Один. Скорпион. Скорпион, Саша. У нас на карусель. Где он? Сейчас его закрепят там. Написал первую цифру. Видишь? Вон он катается, шоколадка. Да, наверх поднялся. Да? Нет. Наверх поднялся, да? Да. Видишь, какой? Сильный. Да, сильный. Бита. Да, правильно, молодец. Гуляют на ярмарке. Катя тут, ну как сейчас я их сфотографирую тут. Я сейчас, сейчас иду. Навошите. Чин-чин. Видишь, нашла кавалера. Папа купили Анну снова, а то совсем уж. Вы были на канале Алекс, Алекс и Николь, говори. Скажи, Саш, говори. Говори. Скажи. Вы были на канале. Привет, скажи. Вы были на канале. Скажи, а, скажи, ставьте лайки. Говори. Лайки-то уже. Ставьте лайки. Вы были на канале Алекс и Николь. Не забывайте подписываться на наш канал, если вам понравились наши видео. До новых встреч. Пока-пока. Саша! Ставьте лайки. Саш! Молодец! Молодец! Что? Скажи. Что? Ой! Ой! О, я так понял!